Вот, дорогие, мы фактически в родных краях с вами. Верхний Ясенов. Сегодня 29 декабря уходящего 19 года. Энергии просто зашкаливают, переполняют. Я как пустой сосуд наполняюсь могуществом, мощью, благодарностью этого места. И я благодарю и люблю эти горы, эти дороги, этих людей, эти смыреки, этот снег. Я счастлив быть сегодня здесь. И делюсь своей радостью с этими чудесными, великолепными энергиями древних с вами, дорогие. Машины практически не ездят, грейдера ломаются. Но, что называется, у Овна попросили снега, Карпаты. Ну вот.